Работе пожелай. Пожелай всех работе, Вова. Пожелай, Вова. Молодец, Вова. Наша Россия. 18 марта Путина. Отлично. На выборах президента. Молодец, Вова. Ура, победа. Победа Путина 18 марта 2017 года. Молодец, Вова. Молодец, Лена, Дима. Ура, победа. Обнимаю. Давай. Петр Николаевич, Людмила Игорь. Людмила Игорь. Виктория Ивановна. Майю, Стелла. Евгений Ивановна. Сергей Петрович. Лена Петрович. Витя Петрович. Ура, победа на века. Мил, ну я тебя люблю, пожелай счастья, здоровья. Ясно. Ну, Мил, я тебя поздравляю, были на митинге на российском спуске. Я тебя поздравляю, Мил. Там все поддержали два приезда срока Путина. 2018-2030 года. Целую, да, выезжайте. Да. А находочка это как, до какого времени? Типа, какое, когда забираете? Какое время? Наша Россия, наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Призываем всех голосовать 18 марта 2018 года за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2017-2024 года, за триумфальную историческую выдающуюся победу на выборах президента России Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного, Путина Владимира Владимировича, президента любимого всенародного, рейтинг доверия, любви, поддержки Владимира Владимировича Путина самый высший на планете. Президент, ваш, наша сила, право и честь. Поздравляем все участники, организаторы митинга в Лужниках, Васильевского спуска, Рождественских чтений, все участники федерального собрания, послания президента России Владимира Владимировича Путина лучше в мире. И вы, Нестор Мифлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Леонид Максим, Иван Максим, Серафим Дмитриев, Анатолий Владимирович, Майя Юрьевич, все Владимир, Татьяна Семарина, мы с партией «Единая Россия», народ борьбы со всеми героями армии ВДФ, ФСБ, Павлович, Россия, лучшие в мире, ВКС, Единая Россия, Народный фронт, ВКС, ВВС, новейшие комплексы, Россия, лучшие в мире, призвать всех голосовать, мы будем голосовать вечером в Минске за Путина Владимира Владимировича, президента любимого всенародного, рейтинг победы. Победа Путина самый лучший на планете. Победа праздники всенародным. 18 марта 2018 года. Путина Владимира Владимировича. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2017-2030 года мы передали документы в Центральную избирательную комиссию. На имя госпожи Панфиловой, партии «Единая Россия». На имя госпожи Панфиловой, Центральной избирательной комиссии. Медведем Путиным, героем России. И верным Тарчуку. Ура, победа Путина. Наша Россия, наш Собянин. Ура, победа Путина. Полковство, сборник, пожалуй, граждане. Еще награда, ордена, медали. Путин и Медведев, герой России. Ура, победа на века. Наша Россия, мы победим. Здравствуйте, поздравляю честь. Здравствуйте, поздравляю вас. Триумфальной, выдающейся победой Путина Владимира Владимировича. Двух президентских срока Владимира Владимировича. Высшая награда. Путин самый лучший президент. Путин самый лучший президент. Самый лучший в России, самый сильный в России. Народу. Всех объединили, за новое свершение. Вы наши знания. Хотите получить высшую награду. За победу Путина. Победа российской армии. Сирии лучший мир. За победу Путина. Вызывает всех голосовать. Победа Путина времен народа, газета сайт. Победа Путина 17 мая, 2017 года. Познайте президента, познайте добрый слава. Спасибо, благодарим вас. Спасибо. Разрешите высшие награды Путину Медведеву, мы вас, героем России. Спасибо. Спасибо, восхищаемся вами. Благодарим вас. Спасибо, благодарим вас. Спасибо. Наша Россия, наш президент, ваш на силу право учить. Поздравляем, много счастья, здоровья, успех вам желаю. Президент России Владимир Путин, всенародный, любимый президент. Будет медведь, главный гарант мира на планете. По своей природе, ура, победа на века, наша Россия, по своей природе, победа Путина, победа Путина, вот и все поддержали победу Путина 18 марта 2017 года, и два предельных срока, 2017-2024 года, и все поддержали,
Победа Путина Владимира Владимировича 17 марта 2017 года. Придет широкого Путина Владимира Владимировича.
Владимиром. Ага. Ульяночка, поздравляем тебя с днем рождения. Ульяна, мы тебя все любим. Ульяночка, с днем рождения тебя поздравляем. Мы тебя любим, и завтра мы с тобой купим тортик и будем... Ты скажи, давай тебе дедушка песенку споет. Да, я Ленку поздравлю с днем рождения. Скажи Ленке, что папа поздравляет ее тоже с днем рождения, Ульяна. Ну ладно, ну давай, Людочка, да? Ну давай. Привет. Привет. Сыночек, мы тебя все любим. Как там, все нормально? Ну ладно. Дима, это самое, Ульянку уже они поздравили? Ага. Молодец. Сегодня на лыжах ходил, Дим? Так, пошел на лыжах? Да, вот. Ну ладно. Сынок, там мам зовешь? Алло. Алло. Да. Людмилушка. Любовь наглядная, женская, любимая, дорогая, как я рад тебя слышать. Да, нормально. Ну, Людушка, молодец, хорошо. Как ты там? Нормально. Хорошо, умница. Людушка, ты у меня любимая, дорогая, ненаглядная. Тебя люблю, деток люблю. Там Ульяна, я ей еще раз поздравляю. Я ей песенку спою. А завтра, может, это, если получится, приеду, пирожок купим. Пирожок. Ну, ладно, Людочка, у тебя все нормально? Нормально. Людочка, ну я тебя целую и обнимаю. Больше и мне позванивай, да? Да. Ну давай, Людочка, ты у меня красавица любимая. Давай, целую тебя. Давай, ага, давай. Я сегодня с Ленкой-то разговаривал. Я говорю, Лен, поздравляю тебя с днем рождения Ульяны. Ага, алло, поздравляем тебя. Мы были на Васильевском спуске. И на Рождественском, на Красной площади. На Красной Новороссийской сцене. Я поддержал победу. Владимировича, призываем всех голосовать за Путина Владимира Владимировича. 2020 года! Ура! Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. Мы сделаем это, да? Да! 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 Победа Путина! Ура! Это только не сделали никто, если мы это сделаем, то в ближайшие десятилетия, весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это, да? Да! 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 Победа Путина! Двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2017-2030 года! После выигрыша медали Олимпиады, но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна. Мы сделаем это, да? Да! Да! Мы вас любим, Владимир Владимирович Путин! Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние. Все времена славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой. Тобой от южных морей.
Победа Путина! Да! Да! Путина Владимиру Владимировичу 1950-1950 года! Молодец, Лунька! Звони Катя! Победа с победой тревоги! Победа Путина! Нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. Мы сделаем это, да? Да! 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 Победа Она, Путина! Ура! Этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это, да? Да! 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 Победа Путина! Двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2024-30 года! 24-30 30-е года Путину Владимиру Владимировичу призываем всех голосовать за Путина Владимира Владимировича 2017-24-30 года. Ура! Победа! Молодец, счастье, здоровье. Молодец, Лунька, звони Кате. Поздравь с победой тревожной Путина Владимира Владимировича. Владимировича. Все, давайте. Молодец, Стелочка. Россия вперед. Вперед, Россия. Там держать, давай, молодец. Пока, Стелочка, давай. Давай. Вот. Мил, ну ты у меня жена любимая, незаменимая, семья счастливая. Вот, я тебя поздравляю, мы были на Васильевский спуск ходили, на Васильевский спуск на Красной площади, вот, и на Розийские чтения, вот, и все поддержали победу Путина 18 марта 2017 года, и два президентских срока, 2018-24 и 2024-30 года, вот, мы выдвинули, все поддержали, вот, поэтому тоже поздравляю, счастья, здоровья, желаю, мил. Сегодня нормально. Ну да. Давай, ну скажи, счастья, здоровья, успехов, мил. Что ты говоришь? Ага, слушай, а это самое, Вики-то звонила? Угу, сегодня. Ну что она говорит, как Маечка там, с Маечкой, как дела? Нормально. Нормально? А они гулять-то ходят хоть? Нет. Ну да. Вот, мил, ну ты у меня жена любимая, незаменимая, семья счастливая. Вот, я тебя поздравляю, мы были на Васильевский спуск ходили, на Васильевский спуск на Красной площади, вот, и на Розийские чтения, вот, и все поддержали победу Путина 18 марта 2017 года, и два президентских срока, 2018-24 и 2024-30 года, вот, мы выдвинули, все поддержали, вот, поэтому тоже поздравляю, счастья, здоровья, желаю, мил. Сегодня нормально. Ну да. Легко. Давай, ну скажи, счастья, здоровья, всех у нас. Алло, Люша. Легко. Ну ладно, ты желаю, чтобы я понимаю, да? Да. Ну давай, Люша, да? Да. Ну давай, смешно звонить в любое время. Мы тебя поздравляем. Вот. Ну давай, у тебя да. Все нормально? Ленуль. Ну хорошо, Люсик, ну я тебя целую, обнимаю. Ты ангел небесный. Да. Лен, сейчас прекрасное послание Владимира Путина, самый лучший в мире. Вот мы тебя поздравляем с победой Путина, Владимира Владимировича. Боже, поздравь, Лен. Поздравляю. Все, отлично, Россия вперед, молодцы. Победа нас поздравляет, что с
Ну, вот из этих больших форм ездить. Ручки подрать Путина с победой. Петр Николаевич, Людмила Игоревна. Людмила Равна, Виктория Лайн, Майю, Стелла. Ульяна Васильевич, Рафима Дмитриевна. Сергей Лена Петровна, Дмитрий Петрович. Дмитрий Петрович, победа, ура, победа на века. Ага. Мил, ну я тебя люблю, пожелай счастья, здоровья. Ясно. Ну, Мил, я тебя поздравляю, были на митинге на российском спуске. Я тебя поздравляю, Мил. Поздравляю. Все поддержали два пресс-срока Путина, 2018-2024 года. Целую, да, выезжай сейчас. А находится это как, до какого времени ты хоть? Какое, когда забираете, в какое время? Вечером. Вечером, да? Ну ты ее видел? Понятно. Ой, туда доехать. Ну ладно, Вов, мы тебя любим. Так? Давай, все. Давай, мы тебя любим. Молодец. Заменимая, именимая, любимая, незаменимая, Люцка, семья счастливая. С победой. Поняла? Да поздравляю, поздравляю. Прекрасно. Вот. Ну, Люцка. Я да. тебя люблю, да. вот. Я тебя поздравляю с победой. Я тебя целую, ты молодец. Победа нам поздравляет. Семья, жена любимая, незаменимая, семья счастливая. Как это настроение? Настроение. Понятно. Как самочувствие? Настоящее. Самочувствие. Маму позови. Поздравляю. Вики звонила, Вики звонила. Поздравляю. Ну что она говорит? 17 марта 2017 года. Мил, это я тебя люблю, ты у меня любимая. Мне на крыльях люби, выезжай тебе. Дают по телевидению. Что? Где же сейчас? Во, нормально все, слышно? Так вы слышим все, да? Прекрасно. Поздравляю Путина с победой. Я тебя целую. Поздравляю. Прекрасно. Мы будем за Путина голосовать. Ну, Люцик, я тебя целую, ты молодец. Победа нам поздравляет, что голосовать. Ну, будем за Путина голосовать, так что. Будем. Ну, все, отлично.
Летчика, ты молодец, Летчика, у меня, ты умница, молодец. Ты красавица. Люблю, целую, тысячу раз тебя обнимаю. Ну давай, да? Давай. Ну давай, целую. Поздравила? Я поздравила. Поздравлю. Да. Какая ты молодец, а? Людушка, любовь ненаглядная. Ну я тебя люблю, целую, обнимаю. Да, да, хорошо. Да, хорошо. Да. Людочка, поздравь Путина с победой. Да поздравляю, поздравляю. Прекрасно. Ну, Людочка. Да, да, хорошо. Да, хорошо. Да, да. Людочка, я тебя целую, ты молодец. Победа надо поздравлять еще с голосованием. Ну, мы будем за Путина голосовать, так что. Будем. Ну все, отлично. Да, да, хорошо. Да, хорошо. Да, да. Отлично. Людочка, ты молодец у меня, ты умница, ты красавица. Люблю, целую, тысячу раз тебя обнимаю. Ну давай, да? Давай. Ну давай, целую. Поздравила? Я поздравила. Поздравлю. Да. Какая ты молодец, а? Да! Что там, как бить? Да! Да! Нормально. Победа да, ну, молодец. Путина! Я уйду. Ура! Да! 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 Мы тебя все любим. Победа там Путина! Там самая, мама, да, пришла. Президентских сроков Путина Владимира Владимировича. Алло, Людочка, любовь наглядно. Господи, любим, дорогая. Да! Так я рад тебя слышать. Да! Победа Путина! Двух президентских сроков. Как ты с Ульяной ходила? Путина Владимира Владимировича. Ну, понравилось? Да. Нарисовала? Нарисовала. Да, сегодня митинг был на Красной площади, на Васильевском спуске. В поддержку Путина. Да. Да, да. Да. Вот. Мама, да. Ну, молодец. Да. И олимпийцев на Олимпиаду, и битву по победу в Сталинградской битве. Ну, все вот за Путина выступили. Да, да, да. Вот. Мама, да. Ну, молодец. Да. За победу Путина. Да, ну, вот. Да. Мама, да. Ну, молодец. Хорошо, я тебя поздравляю с этим, Людочка. Да, ну, вот. Да. Ну, молодец. Хорошо. Вот то, что мы пришли. Хорошо, я тебя поздравляю с этим, Людочка. Да. Ну ладно, Людочка, ну я тебя целую и обнимаю. Пришел еще большой. Алло. Угу. Сразу будут звонить. Да, Михаил Сульянко, звоню. Людочка, у тебя все нормально? Да. Ну ладно, Людочка, ну я тебя целую и обнимаю. Да. Вот, ну давай, еще будем созваниваться, да? Давай. Ну давай, Людочка, целую, давай. Да, вот, Мил, ну ты у меня жена любимая, незаменимая, семья счастливая. Вот, да, я тебя поздравляю, мы были на Васильевский спуск ходили, на Васильевский спуск, как раз на площади. Вот, и на Развитские сени. Вот, и все поддержали победу Путина 18 марта 2017 года. И два президентских срока, 2018-2024 и 2024-2030 года. Вот, мы выдвинули, все поддержали. Вот, поэтому тоже поздравляю, счастья, здоровья, желаю. Поздравляю, поздравляю. Счастья, здоровья, всех. Я тебя целую, ты молодец. Победа нам поздравляет еще с голосованием. Ну, мы будем за Путина голосовать. Ладно, ну, будем. Ну, все, отлично. Людочка, ты молодец у меня, ты умница, ты красавица. Люблю, целую, тысячу раз тебя обнимаю. Ну, давай, да? Давай. Ну, давай, целую. Людушка, любовь ненаглядная. Ну, я тебя люблю, целую, обнимаю. Да, да, хорошо. Да, хорошо. Да. Людочка, поздравь Путина с победой. Да поздравляю, поздравляю, поздравляю. Прекрасно. Ну, Людочка, я тебя целую, ты молодец. Победа нам поздравляет. Прекрасно. Россия вперед. Мы будем за Путина. Все поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2017-2020 года. Ты умница, ты красавец. Триумфальную победу 18 марта 2017 года. Ну, давай, да? На выборах президента Владимировича Путина. Ну, давай, целую. Поздравила? Все поддержали, мы Нестер Дмитрийский поддержали два президента. Мы были на митинге Васильевский спуск. Поддержали Путина победу 18 марта 2016 года. Поздравь тоже. Марин. Хорошо, хорошо. Поздравь, скажи, поздравляю, желаю успехов, Марин. Поздравляю. Ага, все, молодец. Мариночка, молодец, давай. Давай. Марин, молодец. Успехов, успехов в работе, пожелай. Пожелай успехов в работе, Вова. Два президента срока Путина. Пожелай, Вова. Успехов во всем. Молодец, победа, Вова. Наша победа Россия. 18 марта Россия, Путина. Только успейте, потому что... Отлично. На выборах президента молодец, победа Вова. Путина. Ура, победа. Победа Путина 18 марта 2018 года. Молодец, Вова. Молодец, Лена, Дима. Ура, победа. Обнимаем. Пока. Давай. Петр Николаевич, Людмила Игоревна. Людмила Равна, Виктория Владимировна, Майю, Стелла. Ульяна Максимович, Серафима Дмитриевна. Серафим Дмитриевна. Лена Петрович, Дмитрий Петрович. Дмитрий Петрович, ура, победа на века. Ага. Мил, ну я тебя люблю, пожелай счастья, здоровья. Ясно. Ну, Мил, я тебя поздравляю, были на митинге на Васильевском спуске. Я тебя поздравляю, Мил. Поздравляю. Все поддержали два приезда срока Путина, 2018-2024 года. Целую, давай, выезжай сейчас. А находится это как, до какого времени ты хоть? Какое, когда забираете, в какое время? Вечером. Вечером, да? Ну ты ее видел? Понятно. Ой, туда доехать. Ну ладно, Вов, мы тебя любим. Так. Давай, все. Давай, мы тебя любим. Молодец. Заменимая, заменимая, любимая, незаменимая, семья счастливая. Поняла, Мил? Угу. Вот. Я тебя люблю, вот.
Я тебя поздравляю с победой. Ну да, я тоже. Ну да, я тоже. Семья, жена любимая, незаменимая, семья счастливая. Как это настроение? Настроение, мил? Настроение. Понятно. Как самочувствие? Настоящее самочувствие? Буду поздравлять. Вики звонила. Поняла. Ну что она говорит? О. А? В работе она. Володь, на самое. Так... Мил, это я тебя люблю, ты у меня любимая. Много людей. Мне на крыльях люби, выезжать к тебе. Крылья. Хочу. Сдают по телевидению. Вот я и все. Говорю. Где же сейчас, Вова? Да все. Да. Вова, нормально все, слышно? Два. Агу, слышно все, да? Все. Два. У нас есть Марина. Стелла. Ага. Ульяночка, поздравляем тебя с днем рождения. Ульяна, мы тебя все любим. Ульяночка, с днем рождения тебя поздравляем. Мы тебя любим, и завтра мы с тобой купим тортик и будем... Скажи ему что-нибудь, скажи, Ульянка. Ты скажи, давай тебе дедушка песенку споет. Да, пришел. Да, я Ленку поздравлю с днем рождения. Скажи Ленке, что папа поздравляет ее тоже с днем рождения, Ульянки. Слышала уже все, давай. Ну ладно, ну давай, Людочка, да? Ну давай. Привет. Привет. Сыночек, мы тебя все любим, как там, все нормально? Ага. Ну ладно. Дима, это самое, Ульянку уже они поздравили? Ну, молодец. Ты сегодня на лыжах ходил, Дим? Да, на лыжах так метет. Так... Пошел на лыжах? Да, это гон. Ну, ладно. Сынок, там маму зовешь? Алло. Алло. Да. Людмилушка. Угу. Любовь ненаглядная, женская любимая, дорогая, как я рад тебя слышать. Да, нормально. Ну, Людушка, молодец, хорошо. Как ты там? Нормально. Хорошо, умница. Людушка, ты у меня любимая, дорогая, ненаглядная. Тебя люблю, деток люблю. Там Ульяна, я ей еще раз поздравлю. Да ладно. Я ей песенку спою. Хорошо. А завтра, можете, это, если получится, приеду, пирожок купим. Да. Пирожок. Ну ладно, Людочка, у тебя все нормально? Нормально. Людочка, ну я тебя целую и обнимаю. Больше и мне позванивай, да? Да, да. Ну давай, Людочка, ты у меня красавица любимая. Давай, целую тебя. Давай. Давай, ага, давай. Ну, я сегодня с Ленкой-то разговаривал. Я говорю, Лен, поздравляю тебя с днем рождения. Ульяны? Чел. Алло, Чел. Алло, поздравляем. Поздравляем тебя. Мы были на Васильевском спуске. На Васильевском спуске. И на Рождественской, это на Красной площади. На Красной Новороссийской сцене. Все поддержали триумфальную победу Путина Владимира Владимировича 18 марта 2018 года. Путина Владимира Владимировича. И два пресрока Путина Владимира Владимировича 2018-2024 года. И высшие награды Путина и день героям Единой России Народный фронт. Армия ФСБ, МВД, Собянин. Полиция России. Тоже поздравь, пожелай счастья, здоровья, успехов. Счастья, здоровья, успехов. Поздравляю, счастья, здоровья. Молодец, ты красавица, умница. Молодцы, Лена, мы тебя Дима, все любим. Молодцы, Людмила Ремена, Виктория Вайма и Стелла Владимировна. Владимир Владимирович, Ульяна Максимович, Владимир Николаевич, Федор Николаевич, Татьяна, Ольга, Марина, Алексей. Людмила Игоревна, молодцы. Виктория Вайма и Стелла. Стелла, поздравляю. Поздравляем, Стелла, поздравляю. Молодцы, счастья, здоровья. Молодец, целую тебя. Звони чаще. Поздравь с победой триумфальной Путина Владимира Владимировича. Путина Владимира Владимировича. Все, давайте. Молодец, Стелла. Молодец, Россия вперед. Вперед, Россия. Так держать. Давай, молодец. Пока, Стеллочка, давай. Давай. Вот. Мил, ну ты у меня жена любимая, незаменимая, семья счастливая. Вот. Я тебя поздравляю. Мы были на Васильевский спуск ходили, на Васильевский спуск на Красной площади. Я уже говорил. Вот. И на Российские сцене. Вот. И все поддержали победу Путина 18 марта 2018 года. И два предельских срока 2018-2024 и 2024-2030 года. Вот. Мы выдвинули, все поддержали. Вот. Поэтому тоже поздравляю. Счастья, здоровья, желаю, мил. Сегодня. Нормально. Ну да. Давай, ну скажи, счастья, здоровья, успехов, мил. Что ты говоришь? Ага, слушай, а это самое, Вики-то звонила? Угу, сегодня. Ну что она говорит, как Маечка там, с Маечкой, как дела? Нормально. Нормально? А они гулять-то ходят хоть вместе? Ходят. Ну да. Вот, мил, ну ты у меня жена любимая, незаменимая, семья счастливая. Вот, я тебя поздравляю, мы были на Васильевский спуск ходили, на Васильевский спуск на Красной площади. Я это уже говорил. Вот, и на Российские сцене. Вот, и все поддержали победу Путина 18 марта 2018 года. И два предельских срока, 2018-2024 и 2024-2030 года. Вот, мы выдвинули, все поддержали. Вот, поэтому тоже поздравляю, счастья, здоровья, желаю, мил. Угу, сегодня нормально. Ну да.
хорошо. Давай, ну скажи, счастья, здоровья, успехов, мил. Алло, Люд. Да, хорошо. Ну ладно, тебе желаю, целую, обнимаю, да? Да. Ну давай, Людочка, да? Да, да. Ну давай, если что, звони в любое время. Да, ну давай, у тебя все нормально? Все нормально. Ну хорошо, Людочка, ну я тебя целую, обнимаю. Ты ангел небесного. А, вот, прочитай, наша Россия, наш президент. Наша Россия великая страна. За ней силы и правда навсегда. Прекрасно. Тебя поздравляем с победой Путина 18 марта 2018 года и два президентских срока Путину 2018-2024-2030 года. Все поддержали. Давай. Давай, маму, позови его. Давай. Молодец, я тебя целую, думал, Викось. Поздравляю с победой Путина 18 марта 2018 года и два президентских срока 2017-2024-2030 года. Тоже поздравляю. Слышно, Викось? Да. Да. Маечка. Да, все хорошо. Молодцы. У меня все хорошо, давай, целую. Все отлично слышно. Люд, целую, обнимаю. Людочка, поздравь Путина с победой. Да поздравляю, поздравляю, поздравляю. Прекрасно. Да, да, хорошо, да, хорошо, да. Ну, Людочка, я тебя целую, ты молодец. Победа надо поздравлять еще с голосованием. Ну, мы будем за Путина голосовать, так что. Люд, целую, обнимаю. Людочка, поздравь Путина с победой. Да поздравляю, поздравляю, поздравляю. Прекрасно. Да, да, хорошо. Ну, Людочка, я тебя целую, ты молодец. Победа надо поздравлять еще с голосованием. Ну, мы будем за Путина голосовать, так что... Путина, хорошо, я люблю Россию. Молодец. Люблю Путина. Путина, Путина. Президент наш, мы не знаем. Путина, хорошо, я люблю Россию. Молодец. Люблю Путина. Путина, Путина. Президент наш, мы не знаем. Много счастья, да? Ну, счастья, да, наш. Мама, папа, да? Ты я тоже с вами. Молодец, молодец. Он самый лучший президент в мире, правда? Да. Молодец. Успехов, успехов в работе, пожелай. Пожелай успехов в работе, Вова. Два президента срока Путина. Пожелай, Вова. Успехов во всем. Молодец, ну, Вова. Наша победа Россия. Победа 18 марта Путина. Россия, только успехи, потому что... Отлично. На выборах президента. Молодец, победа, Вова. Путина. Ура, победа. Победа Путина 18 марта 2018 года. Молодец, Вова. Молодец, Лена, Дима. Ура, победа. Обнимаем. Пока. Давай. Петр Николаевич, Людмила Игоревна. Людмила Равна, Виктория Ивановна, Майю, Стелла. Ульяна Максимович, Серафима Дмитриевна. Серафим Дмитриевна. Лена Петрович, Дмитрий Петрович. Ура, победа на века. Ага. Мил, ну я тебя люблю, пожелаю счастья, здоровья. Ясно. Ну, Мил, я тебя поздравляю, были на митинге на российском спуске. Я тебя поздравляю, Мил. Поздравляю. Все поддержали два приезда срока Путина, 2018-2024-2030 года. Целую, да, выезжай сейчас. А находится это как, до какого времени ты хоть? Какое, когда забираете, в какое время? Вечером. Вечером, да? Ну ты ее видел? Понятно. Ой, туда доехать. Ну ладно, Вов, мы тебя любим. Так. Давай, все. Давай, мы тебя любим. Молодец. Заменимая, заменимая, любимая, незаменимая, семья счастливая. Поняла, Мил? Угу. Вот. Я тебя люблю, вот. Я тебя поздравляю с победой. Ну да, я тоже. Ну да, я тоже. Семья, жена любимая, незаменимая, семья счастливая. Как это настроение, настроение, Мил? Настроение. Понятно, как самочувствие, настроение, самочувствие? Буду поздравлять. Вики звонила, Вики звонила? Звонила. Ну что она говорит? А? В работе она. Володь, ну самое. Ты... Мил, это я тебя люблю, ты у меня любимая. Много людей. Мне на крыльях люби, выезжать к тебе? Хочу. Сдают по телевидению. Вот я и что? Говорю. Где же сейчас, Вова? Да все, да. Вова, нормально все, слышно? Чего? Агу, слышно все, да? Чего? Ну, Марин. Стелла, мы стелли. Стелла. Я достал президентскую сопку. Вы наши герои, восхищаемся вами. На два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на поры председателя. Спасибо. Восхищаемся вами. Спасибо. Низкий вам поклон. Спасибо. Мы сегодня поздравляем моряки. У них красивая военная форма такая, красивая. Сорняшки, все, вот мы всех поздравляем. Тут нет Владимира. Сегодня как? Поздравляем ангела.
Святого. Сегодня день Святого Владимира, как раз в Перми. Слушай, я люблю Россию. Молодец. Люблю Путина. Путин, Путин. Президент наш, мэр, не знаю, Басов. Путин. Слушай, я люблю Россию. Молодец. Люблю Путина. Путин, Путин. Президент наш, мэр, не знаю, Басов. Много счастья, да? Ну, все семья наша. Мама, папа. Мама, папа, да? Ну, я о том числе, да? Молодец, молодец. Он самый лучший президент в мире, правда? Да. Алло, что, ну, мое, Прекрасно! Россия вперед! Россия вперед! Да. Да, Россия, армия России в лучшем мире! Молодец, да! Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Алло. Людмила Игоревна. Мы все поздравляем. С праздником Крещения Руси, ВМС. ВДВ. Алло, Вова, сегодня день Московского флота, Крещения Руси. Поздравляю с праздниками. ВМС, поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вау, поздравляю! Поздравляю! Крещение в России! С праздником! ВМФ, ВДВ! ВМФ, ВДВ! Армия России в лучшем мире! Самый лучший президент Владимир. Прекрасно! Россия вперед! Россия на века! Слава! Наша Россия, зачитай! Ура! Россия, армия в лучшем мире! Российская! Ура, вперед! Победа! Россия, вперед! Молодец! Молодцы! Елена Петровна! Дмитрий Петрович! Российская, россияне,
Путина, Владимира Спасения Подашки, Владимира Владимировича Путина, Людмила Александровна, вечера наши, за наши партии, да? Потому что мы все очень любим нашего президента, нашу страну, да? Вот туда отойди, ну туда. Когда ты молишься, чего ты, о чем просишь у Господа? Ну, я молюсь за страну, за вашу. Так. Да, ну, за Путина, за его семью. Так. Я тоже не могу. За нашу Катю, да? Угу. Потому что мы все очень любим нашего президента, нашу страну, да? Ну, хорошо, вот.
нас свои. Готовы за Владимира Владимировича Путина всегда отдать. Россия единогласно голосует за президента Путина всегда. Он возродил Россию на века. И президенту Путину и слава, и ура! На два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя. Спасибо. Сегодня поздравляем моряки. У них это красивая военная форма такая, красивая. Замяшки, все, как мы все поздравляем. Тупнет Владимир. Сегодня поздравляем ангела. Сегодня день святого Владимира, как раз и перемен. Поздравляю Бугазану. Путина. Хорошо, я люблю Россию. Молодец. Люблю Путина. Путина, Путина. Он президент наш, но не знаю голоса. Путина. Хорошо, я люблю Россию. Молодец. Люблю Путина. Путина, Путина. Он президент наш, но не знаю голоса. Много счастья, да? Вся семья наша. Мама, папа. Мама, папа, да? И я тоже числа, да? Молодец, молодец. Он самый лучший президент в мире, правда? Да. Алло, что, но моя военная Ну, уважаемый президент, обращение к себе. Мама, Владимировна, не сбегай, чем сбегай. Да, 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 много счастья, здоровья, здоровья. Прекрасно! Россия вперед! Россия вперед! Да. Да, Россия, армия России в лучшем мире! Молодец, да! Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Алло. Людмила Игоревна. Мы всем поздравляем. С праздником Крещения Руси, ВМС. ВДВ. Алло, Вова, сегодня день Москвы суток, Крещения Руси. Поздравляю с праздниками. ВМС, поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вова, поздравляю. Поздравляю, Крещение Руси. С праздником, ВМФ, ВДВ. ВМФ, ВДВ. Армия России в лучшем мире. Самый лучший президент. Прекрасно. Россия вперед. Россия на века. Слава. Наша Россия, зачитай. Ура! Россия, армия лучшая в мире, российская. Ура, вперед. Победа. Россия вперед. Молодец! Молодцы! Елена Петровна! Елена Петровна! Дмитрий Петрович! Людмила Игоревна! Людмила Игоревна! Виктория, вас тебя уважаю! Всех знаем! Петр Николаевич! Владимир! Мы всех поздравляем! С праздниками! Голосуем за два президентских срока Путина Владимир Владимирович! В 2024 году! На пост Питания партии России! Весь Питания Сочи! ВДВ, Крещение России, армия России в лучшем мире. Ура, победа в века. Россия, вперед! Все россияне, все голоса свои.
готовый за Владимира Владимировича Путина всегда отдать. Россия единогласно голосует за президента Путина всегда. Он возродил Россию на века. И президенту Путину...